Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Dooji S88 Pro очистить кэш. Выключаем телефон. Когда телефон выключился, зажимаем и держим клавиши громкости вверх и клавишу питания. Когда появляется логотип Dooji, отпускаем клавишу питания. Попадаем в Recovery Mode. Здесь с помощью клавиш громкости выбираем Wipe Cache Partition и нажимаем клавишу питания. Далее выбираем Yes и нажимаем снова клавишу питания. После чего выбираем первый пункт Reboot System Now и нажимаем на клавишу питания. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!